Под английским словом «бэкап» обычно понимают резервное копирование данных на компьютере. Но на самом деле этот термин применим ко всем сферам нашей жизни. Помните поговорку «знал бы, где упасть, соломки бы подстелил». Потери работы, поломка бытовой техники, проблемы со здоровьем. Если жить от зарплаты до зарплаты, то в один далеко не самый прекрасный момент можно просто остаться ни с чем. Возьмите за правило ежемесячно откладывать определенную сумму. И тогда, даже если что-то случится, вы сможете спокойно и без нервов со всем разобраться. А заодно научитесь экономить и не тратить деньги на всякую ерунду. Все больше людей отказываются от наличных в пользу банковских карт. Расплачиваться ими быстрее и удобнее не только в реальной жизни, но и в интернете. А если вы вдруг потеряете карту, то при своевременной блокировке счета все ваши средства останутся в сохранности, в то время как потерянные наличные чаще всего уже не вернешь. В идеале нужно иметь две карты – основную, на которую вам переводят зарплату, и запасную для повседневных некрупных трат. Основную лучше держать дома и переводить на запасную только необходимую сумму. Если вдруг случится так, что вы потеряете запасную карту, основная вас выручит. Еще несколько лет назад мы могли с легкостью рассказать наизусть телефонные номера всех своих родных и знакомых. Но с появлением мобильных вместо 5 цифр стало 11, и запомнить их практически невозможно. Помимо записной книжки, в телефоне контакты также необходимо продублировать на другие носители, а экстренно их хранить в бумажнике, в паспорте и на экране блокировки смартфона. Узнайте номера управляющей компании, аварийной службы и другие важные телефоны на случай, когда времени на их поиски просто не будет. Никто не застрахован от потери документов. Если ИНН, бумаги на квартиру, свидетельство о браке мы обычно храним дома, то полис, паспорт, СНИЛ сносим с собой. Не поленитесь и отсканируйте копии, тогда, что бы ни случилось, в электронном виде они всегда будут у вас под рукой. Вспомните случай, когда в вашем доме неожиданно отключали электричество. У вас всегда под рукой были фонарь или свечи? А если перекрывали холодную воду и не было возможности даже заварить чай? Или вдруг ночью у вас поднялась температура, но все аптеки уже закрыты? Мы привыкли, что аварии устраняются очень быстро, а медикаменты и продукты мы можем приобрести в любой момент. Но тем не менее, иметь дома определенный запас сахара, круп, консервов с длительным сроком годности, питьевой воды, батареек и лекарств все же необходимо. И, наконец, то, для чего и был придуман термин «бэкап». Когда внезапно сгорает жесткий диск, о существовании которого многие даже не задумываются, то вы разом теряете фотографии с отдыха, видео со свадьбы, рабочие материалы и много других нужных данных. И именно поэтому не забывайте продублировать все, что вам важно на флешку, DVD-диск или облачное хранилище. Всегда напоминайте себе, что даже самые дорогие, самые надежные жесткие диски имеют ограниченный срок службы. Рано или поздно, завтра или через 5 лет, они сломаются. Не ждите этого момента и создавайте копии.